Par labi, jā. Jā. Klīst leziem par tādu bāru, kā te puta madra. Tas ir tur, tu pēc tam redzēsi video. Un neviens īsti, ne, nu, tie, kas vēl nav bijuši, viņi pat nesaprot, kas te vispār notiekās. Es varētu pateikt no saviem vārdiem, tas ir tās bārs, kas vispār man šeit vēl pasaulē pat neeksistē. Tad notiek tādas lietas, par kurām pat, pat grāmas vēl pat neraksta. Un, pat mums tad nerazkazos. Jā, īstā pat kauns stāstīt īstenībā, jā. Un vekar mums ir bārmens un viens no tusātājiem un tiem pasākumu vadītājiem šajā pasākumā. Un tas ir tāpēc šajā bārā, mēs to nomentēsim, tā kā mēs to varam izgriezt ārā. Он ведь поставит, как ты вис понотекал. Да, очень сложно объяснить, что у нас происходит, потому что происходит все, что хочешь. Хочешь, танцуй на барной стойке, хочешь, раздевайся, хочешь, поливай себя пивом, нам плевать, главное, чтобы тебе было весело. Вот, Паша у нас живет уже, он вещи свои перевез сюда. Да. Он приезжал к нам с чемоданами. Вот, для тех, кто у нас ни разу не был, вы реально многое теряете, потому что к нам всегда можно прийти и остаться здесь жить. Кстати, о бонусах, что я могу сказать, это вот реально, я, мне кажется, ни в одном баре такого нету. Ты приходишь, говоришь, у меня такое такое настроение, я хочу то и то и то. И тебе бармен сделает такой коктейль, какой ты захочешь. Да. Реально, иногда бывает наоборот, приходишь и говоришь, слушай, сделай мне что-нибудь. Да. Показываешь что-нибудь, 5 лат, выбери что-нибудь. Или еще бываешь, подходишь, эй, бармен, сделай что сделай. Мы скоро будем делать так. Эй, бармен! Эй, бармен! Да, кстати, осторожно с этим, да? Да, у нас могут послать на... Можно материться? Да, давай. У нас могут послать нахуй, если ты себя плохо ведешь. Да. А если хороший, оставайся и жить. Да. Воу-воу-воу. Будет прикольно. Смонтируем чуть-чуть, по кадрам будет нормально. Там штурпин интервет? Может, по ягеру? Мы пойдем бухать. Пока. Чао. Thank you.